Лучший день в году. И это о конкурсе, организованном Минспорта Республики. Определены муниципалитеты, где в прошлом году состоялся лучший день здоровья. Они проходят раз в месяц по всей республике. Речь о днях здоровья. Тренажерные залы, бассейны, катки. Спортивные учреждения жители республики посещают бесплатно. В рамках Дней здоровья проходят различные оздоровительные массовые состязания для детей с родителями, мастер-классы, турниры по разным видам спорта. На конкурс прислали около 50 материалов с разных районов республики. Номинации 5 – лучшее муниципальное образование, лучшая образовательная организация, лучшее поселение, лучшее спортивное сооружение и самое яркое мероприятие. В 4 призовые места занял Урмарский район. Яльчикский район взял серебро в номинации «Лучшее муниципальное образование», а их мужской спортивный фестиваль стал самым ярким мероприятием. Вошло в традицию проведения ежегодных мужских и женских фестивалей по различным видам соревнований. Хорошая спортивная база, современные условия, высококвалифицированные специалисты – есть все необходимое для развития физкультуры и спорта. Но нам надо больше внимания уделять информационно-пропагандистской работе, ее активизации по привлечению детей к систематическим занятиям спортом, поискам и внедрением новых форм работы. Смотр-конкурс ежегодный, и количество желающих принять в нем участие только растет.